Здравствуйте, уважаемые зрители сайта kp.ru. В студии Юлия Васильева и наш гость, член-корреспондент Российской академии естественных наук, глава группы предприятий СИДЭК Сергей Владимирович Тубинин. Хочется спросить, когда же в этом году сажать картошку? Многие эксперты советуют расправиться с этим делом до 10 мая, но погода нам подбрасывает сюрпризы, и на улице даже в середине апреля еще лежит снег. Как же быть в этом году, Сергей Владимирович? Да, это лето, конечно, начинается не очень хорошо, и весна очень получается затяжная, еще не везде растаял снег. Но, на мой взгляд, действительно оптимальные сроки посадки где-то примерно до 15 мая. Вообще существует народная примета, что картофель надо сажать тогда, когда березовый лист достигает размера 10-копеечной монеты советского образца. Это самый лучший срок для посадки картофеля. В это время земля достаточно прогрелась до 8 до 9 градусов. И самое время сажать, чтобы успеть получить максимально более хороший урожай. По опыту агрофирмы СИДЭК, по посадке прошлого года, самый лучший урожай дал картофель тот, который сажали 3-4 мая. Но вы помните, что то лето было очень засушливым, исключительно засушливым, поэтому урожай успел дать только тот картофель, который получил достаточно влаги зимы. В этом году, кстати, обещают тоже, что лето будет достаточно жарким, поэтому все-таки важно посадить картофель пораньше, чтобы он успел набрать силу, пока еще присутствует в земле влага. Самое важное, чтобы картофель хорошо зацвел, и желательно, чтобы он успел отцвести в ту пору, пока имеется влага. Когда картофель уже цветет, тогда уже влага не так обязательно. Тогда, наоборот, лучше даже, чтобы почва была слегка сухой. Картофель будет лучше развиваться и даст урожай более высокого качества с меньшим количеством заболеваний. Я рекомендовал бы для всех огородников сажать прежде всего клубни, которые либо элита, либо первая репродукция, то есть которые не заражены болезнями. Лучше, конечно, такие клубни купить, нежели чем пользоваться своими, если только вы годом раньше не покупали здоровые клубни элитного картофеля. Сорта можно выбирать любые, но самое главное, чтобы они были элиты или первая репродукция. Я порекомендовал бы из импортных сортов посадить такие, как Red Scarlet, Felix, Impala. Они каждый год дают всегда хороший урожай, потому что они устойчивы к комплексу заболеваний. А к жаркому лету они тоже устойчивы? К жаркой погоде? Они и к жаркой погоде. Просто дело в том, что все эти сорта в основном раннего срока созревания, либо среднего раннего, и они успевают дать достаточно хороший урожай даже при не совсем благоприятном лете. И при засушливом, и в то же время при излишне влажном. Из наших сортов хороши традиционные Невские, Удача. Также я рекомендовал бы такие сорта, как Голубизна, Каменский, Никулинский. Эти сорта дают, в общем-то, хороший урожай. Если, конечно, вы сажаете элитными клубнями, либо клубнями достаточно высокой репродукции. Чем больше вы сажаете сорт, тем больше он накапливает заболеваний, и тем он хуже подходит для дальнейшего размножения. Напомню, что у нас в гостях был Сергей Владимирович Дубинин, глава агрофирмы СИДЭК, член-корреспондент Российской академии наук. Спасибо огромное. Хороших вам урожаев. Агрофирма СИДЭК желает всем огородникам диковинных урожаев.